Это Наталья, да? Татуировка. Свежая. Прости, я должен был. Ты прости, я замешкалась. Роза, в тебе столько отваги, стойкости, бойкости. К несчастью, у тебя будет еще много возможностей убить Стрекоя. Ты лгала о своих чувствах ко мне? Да. Я лгал. Почему, интересно? Причина не в возрасте, не в моем положении в Академии. Мы призваны служить Маруэ. А позволь я себе любовь, я ведь брошусь закрывать собой вовсе не принцессу. Я брошусь прикрывать собой тебя. Забавно. Причины, мешающие любви твоей, разжигают мою еще больше. Я прошу тебя поцеловать меня без всякого амулета. Не самая удачная идея. Пожалуйста. Здесь никого нет. Всего один раз. Есть, есть, есть! Развлечение на славу! Меня зовут Роза Хэзэвэй, и я не совсем обычная девушка. Во всяком случае, я так полагаю. У каждого в жизни есть свои правила и традиции, друзья и враги, жуткий страх и невероятная радость. Но я научилась. Оу! Смотри, куда летишь, птица? Да быть не может. Это ты точно? Давай сюда. Поцелованная тьмой. Ну и тебе того же, приятель.